если это игра расследования в открытом мире. А почему в открытом мире? Потому что мы сделали очень хорошие механики именно расследования, инвестигейшн еще в предыдущих играх. И, скажем, в открытом мире мы можем полностью раскрыть их потенциал. Потому что мы можем сделать действительно настоящий детектив, когда, найдя какие-то улики, игра не будет водить за руку, а ты в открытом мире сможешь понять, куда тебе пойти, что сделать, чтобы расследовать преступление. И эта игра, она основана на мифах Лавкрафта. Это 1920-е годы, это эпоха джаза, авантюристок, гангстеров, время сухого закона также. То есть довольно такая специфическая эпоха. Это в Америке, соответственно. И атмосферу, то есть это тоже часть атмосферы. Ну, если так даже в двух словах сказать о игре, это остров проклятых в мире LA Noir, допустим, да? То есть нам очень понравилась, в свою очередь, игра LA Noir, только мы посчитали, что она не полностью раскрывает потенциал вот открытого мира. Он там просто для галочки, а здесь мы уже решили сделать все по-серьезному. Пока мы делаем игру самостоятельно, но сейчас в поиске издатель. Сама концепция инвестигейшена в открытом мире, она будет довольно уникальной. Уникальной является ключевая фича — это free investigation, когда ты действительно получаешь какую-то улику и, скажем, у тебя нет таска, окей, у тебя есть эта вещь, пойди поговори там в морге с каким-то чуваком. Тебе самому придется до этого догадаться. Также будет очень, скажем, специфичный комбат. Он рассчитан на то, что ты как герой слаб, а твои противники сильные. И тебе придется, скажем, использовать больше свой ум, какие-то ловушки, там, натравливать их друг на друга. То есть это по атмосфере больше похоже, например, на Silent Hill 2. Да? То есть там тоже было такое, что, скажем, убийство врагов или монстров не приносило тебе особой пользы. И еще обязательно хочу отметить, это механика Sanity. Когда персонаж видит какие-то жуткие вещи, или когда он убивает невинных людей, у него падает рассудок. И это влияет на дальнейшую игру, это влияет на текущие галлюцинации. Город, он имеет свои географические, скажем там, высоты, и есть места, где будет, скажем, большее затопление, да, где вода будет проходить практически до первого-второго этажа. А есть места, где, скажем, еще можно будет походить по суше. И кроме того, скажем, кроме лодки как средства передвижения, мы сможем добираться до разных мест, даже если полностью все затоплено, через деревянные помостья, через интерьеры других домов, вот, через задние дворы. То есть будет даже время подумать о том, как я вообще могу куда-то добраться. Мы планируем выйти на всех основных платформах современных. Это ПК, PS4 и Xbox One. А разработка, в принципе, только началась, поэтому мы набираем сейчас и аниматоров, и программистов. Но ожидаем где-то 2018 год примерно.